Так, ребята, всем привет. Продолжение видео, как я буду модернизировать свой мотоблок. Вот, а модернизация пойдет, это речь пойдет как раз о том, чтобы немножко убрать вибрацию с руля. Вот, ну вибрация, она что мешает? Мешает долгому управлению, то есть оператору долго держаться за руль, потому что вся вибрация переходит именно от двигателя на руль. Вот, эту вибрацию я решу каким образом. Сейчас я вам все продемонстрирую. Сделал я вот такие вот крепления. Вот так вот они выглядят. Давайте сейчас я все как надо сделаю. Так, с завода на самой конструкции установлена очень жидкая площадка. Вот площадку мы будем переделывать из вот таких вот уголков. Уголки, по-моему, 45 на 45. Натягиваются, натягивают ремень, они будут вот так вот. То есть мы будем сбоку. Для этого есть как раз место. Вот такие две площадки. Вот. И сверху планирую поставить вот такую толстую резину. Вот я уже подготовил, в дальнейшем просверлю. Вот поставлю. И уже через вот эту площадку, вот, встанет она и закрепится. Тем образом, так, и как раз и посмотрю, уберется ли вибрация руля. Давайте сейчас мы заведем его. И все сами увидим. Так, ну здесь вот можно увидеть, вот какая вот вибрация идет. Поручка. Ну и по крыльям. Как все дребезжит, вибрирует. Так, ну на данном этапе я сейчас сниму вот эту крышку, откручу вот эти все крепления. Вот, и все, двигатель мы уберем в сторону и начнем монтировать и варить вот эту конструкцию. Сама вот эта конструкция, вот эта, уже плотничком станет на сварку прямо к этому креплению. Ну что, погнали! Весь процесс у нас будет проходить под распитие фикации.